Всем привет! Я Мисс Хаус, и это очередное видео по игре Танки Онлайн. Сегодня мы с вами поговорим о Скорпионе. И да, он наконец-таки выпал мне из ультраконтейнера. У Скорпиона есть двойная система выстрелов. Первая – это случайная одиночная, а вторая – это полноценный захват цели. Также у пушки есть очень большое преимущество. Даже если ваш враг находится вне зоны досягаемости для других танков, то вы можете ухватиться за краешек его танка и также полноценно сделать захват цели после того, как он скроется за укрытие. Но будьте аккуратны с самоуроном, ведь урон от ракет просто огромный. Ну и конечно же, мы не можем не оставить без боя данную пушку, поэтому мы сейчас с вами зайдем и немного поиграем. Убиваем сходу прям самый первый танк, а также сейчас я планирую отправить нарез второго, и да, у нас это получается. Делаем полноценный захват цели джиггернаута, и вот они уже летят, наши ракетки, и наносят за одну ракетку 1300 урона, а ракет-то в залпе немало. Мы немножечко ускорим наше видео. Если стрелять одиночным выстрелом, то урон тоже выходит довольно-таки колоссальный. Учитывая, что большинство танкистов сейчас играют без резиста от Скорпиона, нам их убить намного проще. На данной пушке можно особо даже не стараться. Она предназначена именно для кемперства. Но это лишь мое мнение. Захват цели по джаггернауту или другому какому-либо танку идет просто замечательно. Ракеты летят вовремя, и в большинстве случаев они именно достигают цели, за исключением того, когда цель прячется за зданиями. Идет ну просто колоссальное нанесение урона. Как можно не любить данную пушку? Вот такое небольшое видео у нас получилось по пушке Скорпион. Если вам понравилось, подписывайся, ставь лайк. Ну а я с вами прощаюсь. С вами была Мисс Хаус, и всем пока!